И еще одна знаковая дата. С юбилеем одного из флагманов отечественной промышленности поздравляет президентский оркестр Беларуси. Партер в заводском цеху и зрительный зал на 1000 мест «Белкоммунмаш» в эти дни отмечает 45-летие. Для работников предприятия сегодня сокращенный день, который завершается концертной программой. Ее президентский оркестр готовил специально к празднику. У меня отец работал на тракторном заводе кузнецом-штамповщиком, поэтому для меня я в цеху не первый раз, правда, на экскурсии. Браво дирекции завода, потому что они сделали, посмотрите, здесь целый почти славянский базар. Прекрасная сцена, оркестр, звук, потому что недавно здесь стояли электробусы, а сейчас вот видите, сидит оркестр. «Белкоммунмаш» сегодня единственный на просторах СНГ завод, который создавался как ремонтное предприятие. Спустя 45 лет он еще и лидер содружества по выпуску электробусов. Здесь работает более 1000 человек. В портфеле контрактов договор с десятками стран на поставку продукции. К тому же завод внедряет масштабный проект «Бережливое производство». Так совпало, мы даже как-то и не планировали по этому месту, но мы высвободили все старое оборудование. Сейчас сюда уже подготовлено все новое, и буквально с понедельника эта площадка уже будет заполнена. Нам, можно сказать, повезло вдвойне. Мы сегодня умудрились сделать и праздник для людей, создать великолепный зал. Эксклюзивно для нашей съемочной группы представили и новую модель электробуса «Витовт». Эти машины осенью появятся на улицах Минска и, кстати, будут перевозить гостей детского Евровидения.